Ах, эти брутальные мужчины. Ах, эти инкассаторские машины. С вами я, Татьяна Салмановна Мактум Саев. Ну что, дорогие друзья, инкассаторская машина на бэк-двор подъехала. То есть магазинчик «Магнит» расположен. Так что вот. Мужчина уже зашел внутрь. Внутрь этой инкассаторской машины. Я просто не заметила, я была занята, загружала мое видео на мою страницу ВКонтакте, Татьяна Салманова, через дефис, Мактум Саев, один через дефис. Когда они подъехали, я подумала, что они быстро уедут. Но они быстро не уезжают. Они, дорогие друзья, хотят, чтобы... Ох, какая машина! Вы обратите внимание, какая машина туда сейчас въезжает. С этими тонированными стеклами. Вы хотите посмотреть, кто выйдет из этой машины? Они не отъезжают, они насчитают деньги. Они хотят, чтобы вы подольше впитывали эти денежки в этой машине инкассаторской. Ну что, Татьяна Салмановна, мы будем инкассаторскую машину заснимать или все-таки читать книжку «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания»? Это все еще не отъезжают. Ох, так это подъехал вот этот мужчина с бородой. Это у него такая машина. Ох, такими штучками. Не знаю, он или нет, как-то боком я его не совсем был. Тут такой, в общем, мужчина, в общем, такой вот. Ой, обратите внимание, там кошечки гуляют. Мужчина подъехал. Инкассаторская машина уже отъезжает. О, как мы, Татьяна Салмановна вас любит. Инкассаторские машины Сбербанка. Такая дымка, о, фиолетовая дымка. И впитать в ауру денежки. Красота, красота. Я даже не поняла. Направо. Ох, они всегда налево. Может быть, еще вот здесь проедете? Мимо вот этого вот. Ох, Сбербанк. Ему сказали направо проехать. Они же всегда налево ездили. Всегда налево. А теперь направо. Обратите внимание, первый раз я увидела, что они проехали направо. Ну ладно, не будем, в общем, это как-то вообще нужно, конечно, впечатлиться, что-нибудь такое. А то уже очень как-то, знаете, как-то сказать-то. Очень официально начала вообще вот это. Моя пиар-компания такая, ну что, пиар-компания должна быть такая официальная. Очень официальная пиар-компания, пиарю себя, мою творческую студию позитивного мышления, силы позитивной мысли, мою книжку, я автор книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Так что вот, если вы хотите стать спонсором моей программы, моей творческой студии позитивного мышления, силы позитивной мысли, you're welcome, можете посмотреть в моем брендирование, я публикую номер моей кредитной карты банка Тинькофф. Татьяна Салмановна Мактум Саев. Моя творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли. В общем, посмотрела я видео Натальи Борисовны Правдиной, на котором она говорит, что деньги – это самое главное в жизни. И кто хочет с ней на эту тему, ну, в общем, там как-то она так вот выразилась, кто-то хочет поспорить, и она приводит доводы, аргументы, что это так. Посмотрите, я это видео загрузила на мою страницу ВКонтакте. Татьяна Салмановна через дефис Мактум Саев, один через дефис.
Или все-таки пошепчемся в неформальной обстановке, обсудим? Что же важнее? Любовь или деньги? Какие вот аргументы? Ну да, а с кем Татьяна Салмановна будет обсуждать? Она будет философствовать на эту тему? Или все-таки Татьяна Салмановна сделаем шорт и зарекламируем себя? Или немножко юмора? Американцы хотят корабль. Салман сказал, что она будет его. А она рекламирует творческую студию позитивного мышления, силы позитивной мысли. И любит другого. Ах, эти любовные перипетии. Ну да. Одна за всех. Крис и Энджи. Крис и Энджи. Крис, а что такое хобби? Я не знаю, что такое хобби, если я позвоню мужу. Ах, Крис, оказывается, у нас есть хобби, но есть ли у нас работа? Подожди, сейчас я позвоню мужу. У нас есть работа. Наша работа, мы тратим, я трачу деньги моего мужа. Смотрите два моих канала YouTube, Татьяна Салмановна Мактум Сайф, один на русском, на английском языке. Там около 7000 видео, на каждом видео я. Ну, такие вот дела. Татьяна Салмановна Мактум Сайфудин. Ах, а сколько вам лет? Конечно, 18. А вы сколько думали? 49 минус 31. Сколько будет? Вот посчитайте. Сколько мне лет? Я очень хочу сказать, что я мой день рождения в июне отмечала. Ах, шикарно, знаете, вот это вот летала на частном самолете в мой этот замок, и знаете, была такая вся избалована поклонниками, подарками, цветами, золотом, бриллиантами, миллионами и миллиардами, этими лабутенами, различными шикарными платьями, знаете, вот эти. Мне подарили яхты, вертолеты, самолеты, хаммеры. Так что вот. В общем, пиарю себя. 8 минуточек позитива. Статья на Салмановной Мактум Сайфудин.